Так, есть у нас турбо. Так, давайте включим турбо-ускоритель. Аккуратненько будем ехать. Так, а турбо, наверное, здесь нам потребуется, да? А, нет. Все, приехали. Отлично. Отличненько. Дальше играем. Next. Второй уровень. Так, поехали дальше. Такая у нас тачка. Едем. Так, здесь не на время, поэтому можно спокойно ехать. Аккуратненько, не спешить. Так, ускоритель мы взяли. Все, ускоряемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот, да? Перевернулись, упали. Так, давайте. Так, ну давай дальше. Реплей. Теперь будем аккуратно ехать. Нифига себе. Сложный уровень, а? Я не знаю, как тут аккуратно так ехать. Вообще нереально. Я просто не вижу, куда поворачивать. Реплей. Поехали, еще раз попробуем. До самого первого уровня у нас загвоздка. Так, ускоритель взяли. Ой-ой-ой-ой-ой, надо поворачивать левее побольше прям. Прям побольше левее поворачивать. Не бояться. Ладненько. Еще раз заезд. Поехали. Так, берем ускоритель. О, проехали, проехали. Опа-опа-опа-опа, аккуратно. Так, повернем. Все, и вот финиш у нас. Ускорение. О, хорошо, выполнили мы эту сложную вторую миссию. Next. Так, третий уровень у нас. А, предлагает машинку купить. Нет, будем на старой ехать, на синенькой. На синенькой, поехали. Сейчас такая вот получается. Посмотрим. Ох ты, что это было? И? Чего? Ускорение! Ох ты, ё-моё, нифига себе! Зачем так сделали, а? Что непонятно было. Офигеть, реплей. Все, едем. Все, включаю ускорение. Тихо. Нормально. Все. И здесь мы проехали третий уровень. Был сложный, но не такой сложный, как второй. Так, четвертый уровень. Так. Давайте мы едем пока на синий. Будем проезжать все на синем автомобильчике. Так, ну наконец-то. Здесь уже поспокойнее. Просто проезжаем. Здесь тоже едем. А, молот. Да, вижу я молот. Проехали. Так, а здесь у нас сбоку написано. Непонятно. Так, проехали. Так, это что такое у нас? Аккуратненько здесь проехали, нормально. Так, ускоритель. Не знаю, потребуется нам ускоритель или нет. Вот, и здесь... Прыжок. Все, финиш. Финишировали. Ну, это легкий уровень. Я не знаю, зачем сделали второй такой тяжелый уровень. Ну, нормально все. Так, пятый уровень. Так, один нам все предлагает машинки покупать. Нет, пока едем на... Подожди, а где моя синенькая машинка? Вот, все, поехали. На синем автомобиле.
Ух тышка, смотри здесь, какая рампа высокая. Офигеть просто. Ускоряемся. Не знаю, что сейчас будет. Опа, нифига. Все четко. Есть, финиш. Ну, было. Ребята, ну, выбираем трассу «Лунный свет». И, кстати, мы в прошлый раз открыли новую машинку. Где она? Вот это вот называется машинка. Вот, какая шикарная машинка. Поехали на ней. Машинка называется «Лунный свет». И, смотри, у нас «Лунный свет» называется и машинка. И трасса называется «Лунный свет». Ну, по-любому, мы здесь должны выиграть. Кстати, вроде бы машинка, она не перекрашивается. Вот как есть она «Лунный свет», так она такая есть. Так, жетоны у нас собирать по всей карте. Так, ускоритель я включу. Все, до свидос, ребята. Ускорителем мы едем. О, жетончики не собрал. Надо все жетоны собирать, чтобы нам больше дали бонус. Ух ты. Ускорить за ускоритель, конечно, спасибо. Так, давайте здесь ускоримся, попробуем проехать. Нет, что-то пошло не так. Врезались, они мне помешали. Помешали эти тачки. Конкретно. Потратил я ускоритель. Так, так, что у нас там получается? Вторая трасса, давайте едем быстрее. Второй круг. Так, все, ускоритель включаем. Ой-ой-ой-ой-ой, как нехорошо мы врезались. Потратили. Ребята, столько... Так, потеряли такую скорость. Ну, ничего страшного. Сейчас наверстаем. О! Блин. Все жетоны я не собрал. Ну, да ладно. Тоже неплохо. Посмотрим, сколько мы получим бонусов. Четвертый еду. Ой-ой-ой-ой-ой, а как ты врезался-то, Калёк? Да, трасса такая достаточно тяжелая. Офигеть. Ничего страшного. Так, ух ты, это что такое? Этого не было. Я не помню, что такое было. Изначально. Ну, у нас время еще есть. Постараемся выиграть эту трассу. Мне кажется, она такая, ну, достаточно долгая. Длинная трасса. Так, все, едем третьим. Третье место пока у нас. Надо от этих чуваков найти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Главное, чтобы меня сейчас никто не перебил. Иди отсюда, иди. Дай мне хотя бы третьим приехать. Хотя бы третьим. Все, ребята. Вижу я на карте, что я приеду точно. Не первым. Ну, хотя бы третьим, ребята. Хотя бы третьим. Тоже хорошо. Во! Есть. Третье место. Сколько мне дадут жетонов? Сейчас посмотрим. Это не все собрал, ну да ладно. 191 жетон. Ох ты, еще одна трасса, я, мне кажется, я открою уже новую Бразилию. Да, да, открою Бразилию. А Чили я закончил. Поздравляю, спасибо, поздравляю меня. Проехали мы все, Чили. Так, назад. У меня же это, слушай, еще есть Калифорния. Калифорнию-то я не всю проехал, в Лос-Анджелесе это. Так, а что? Асфальт и солнце. Здесь я еще не ездил. Ну, давайте на этой же машинке поедем. Возьмем желтеньком цвете. Поехали еще раз в Лос-Анджелесе. Асфальт и солнце. Здесь я еще не ездил. Так, не получилось у нас взять. Супер. Ускорение, потому что я еще пока не понял, как правильно это все делать. Ну, да ладно. Тихо, дай я проеду, слушай, чувак. Во. Сейчас попробуем ускориться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, турбо видел. Видел, где турбо лежит. О, жетоны. Так, все, последнее турбо мы использовали. Тихо-тихо, ах ты, ах ты, гад. Ты что творит, а? Кыш оттуда. О, да, жетончики мы соберем. Собрали жетончики. Так, еще осталось куча кругов.
Три круга. Всего здесь 4 круга получается. Мы уже в 7-е едем. Отлично. Неплохое начало. Может быть, я приеду первым. Ой, турбочка, турбочка вонючая. Не успел я взять. Да ё-моё, смотри, какие они все резкие. И все быстрые здесь. Очень быстро едут. Ладно. Мы тоже, ребята, умеем быстро ездить. Поэтому попробуем выиграть. Так, 2 круга осталось. Сейчас мы ускоритель возьмем. Где-то он здесь лежал. Где-то видел я ускоритель. Вот ускоритель, да ё-моё! Чё ж он так? Так, ну у нас еще куча этих трасс будет. Это третий круг, да, из 4. Ладно, попробуем взять будет. Вот, на третьем круге. Или на четвертом? На четвертом, да, правильно, на четвертом круге надо будет. Так, все, последний круг. Я примерно помню уже, где он лежит. А это кого я обгоняю? Ух ты, гаденыш, смотри, он мне... Сколько я потерял скорости. О, спасибо, ты мне, может, помог? Слушай, турбо взять? Ладно. Давайте ускоримся. А мы только вторыми едем, прикинь. Где же там... А, вот он, лидер, да? Нет, фига, это не лидер. Ну ладно. Тот лидер уже уехал далеко. Ну, а мы второе место взяли тоже неплохо. Сколько нам бонусов дадут? Жетонов. Есть. 1700. Что нам скажут здесь сейчас приятного? Сейчас посмотрим. А, поздравляем, вы закончили Калифорнию. Да, Калифорнию, ребята, мы прошли полностью все. Тут, кстати, еще улучшение можно какое-то взять в Калифорнии будет. А, теперь мы открыли Бразилию, реально? Спасибо за Бразилию. Но, ребята, мы за Бразилию будем играть уже в следующей серии.